Меня неверным другом не зови. Как мог я изменить или измениться? Моя душа, душа моей любви, в твоей груди, как мой залог, хранится. На 90-м году ушел из жизни советский и российский татарский певец, народный артист Татарской ССР, заслуженный артист РСФСР Эмиль Залельдинов. Эмиль Залельдинов родился 23 февраля 1932 года в Самарканде. В 1954 году окончил хоровое отделение Самаркандского училища. Окончил Казанскую государственную консерваторию. Был солистом в Татарской филармонии, где работал в отделе оперной и камерной музыки до 1992 года. В репертуаре Залельдинова были арии, песни, романсы татарских, русских, советских и зарубежных композиторов, а также татарские и русские народные песни.